Ровно год назад появилась TikTok-страница «Алмазного края» и сразу же вошла в число самых востребованных вами. И на этой неделе здесь снова интересовались коронавирусом. В России нет оснований для локдауна, сообщила глава Роспотребнадзора. Полный комментарий доступен на нашем сайте. А у некоторых мирнинцев основания есть. На недовольство нехваткой мест отдыха в городе. На тему откликнулись пользователи Инстаграма. Если еще не видели, посмотрите. Там же счастливые супруги поделились секретами долгой семейной жизни. Моему молодому человеку 72 года. И что вы думаете? Да. А я смотрю и думаю, про кого-то.